Маэстро, который не знает ничего в бизнесе, но при этом учит людей, учит предпринимателей, учит топ-менеджеров, учит руководителей. Это книга Итая Талгама. Книга, которая позволяет вам понять принципы управления сложным оркестром. И любой бизнес, который вы так или иначе видите вокруг себя и которым, возможно, руководите, это сложная группировка, либо организованная группировка, либо неорганизованная группировка людей, которые в данный настоящий момент кем-то управляемы. И если вы как раз тот человек, которому нужна помощь в принципах и в идеях, то это книга, которая очень хорошо дополняет книгу «От хорошего к великому» Джима Коллинза, потому что Итай рассказал про принципы, которые очень классно перекладываются на концепцию бизнеса. С одной стороны, это история про дирижеров, про людей, которые занимаются музыкой. Но с другой стороны, эта книга в первую очередь как раз про те прорывы и те неосознанные, возможно, осознанные находки, которые вы можете получить в общении с людьми, которые не являются специалистами в менеджменте. И вот эта очень необычная идея, поиск смысла, зачем тратить время на то, чтобы общаться с креативными людьми, для того, чтобы общаться с другими индустриями, для того, чтобы загружать свой мозг совершенно нестандартную информацию, которая вам в какой-то момент позволит разговаривать и находить новые смыслы, которая позволит вам разговаривать и находить новые языки и находить новых людей, которые в том числе как раз будут вам в этом помогать. В этом суть этой книги. Вы сможете услышать процессы. Вы сможете понять, каким образом работают сложные механизмы, которые в первую очередь состоят не из шестеренок, но из людей. И если вас интересует этот подход, найдите эту книгу «Несведущий маэстро» издательства Манованов Фербер. Мне кажется, что она очень многое откроет вам на внутреннюю кухню как музыки, так и бизнеса, у которых очень много общего. А если вам понравилась сегодняшняя рецензия, подпишитесь на мой канал, и мы продолжим наше общение. Не останавливайтесь на достигнутом и стремитесь вверх.